Всем привет, меня зовут Никита, вы на канале Wolf Frozen Fire. Сегодня я продолжаю проходить игру под названием Call of Duty Modern Warfare 2. В прошлой серии, как вы помните, вернулся Капитан Прайс. Так неожиданно, когда мы проходили задание. И, ребят, давайте на этом видео наберем 15 лайков, и тогда я пойду снимать следующую серию. Ну что, погнали. Досадная случайность, день 5, 11.22, сержант Гарри Роуч Сандерсон. Вы его видите? Прием. Так точно, Соул. Я нашел Роуча. Кажется, он цел. Ага, так, ребятки, секундочку. Вас понял. Прошу прощения за шум. Пусть действует по плану, получится, объединимся. Просто компьютер хотел поправить. Со мной и не высовывайся. Пошли, пошли. Это стелс, ребятки, да? Оп, оп, ножичек, да? 30 метров прямо. 30 метров. Че, убьем их, что ли? Автоматы, осколочные гранаты. Одна немецкая овчарка. Собаки. Ненавижу собак. Давай по-тихому, как мы любим. Как мы умеем делать. Терпение. Не делай глупостей. А, помню, помню миссию в Припяти. Пропустите их. Так, ну что, погнали. Че медлить-то? Скажи, когда готов будешь. Двое отстали покурить. Займись одним, второй мой. Готово. Нас заметили. Стреляй. Ой, черт. Зря я убивал собаку и того чувака. Ну ладно. Все, давай скрываться. И сливаться со снегом, да? У нас же это камуфляж такой белый. Который поможет нам быстро скрыться от преследования. Че, никого нет? Я больше никого не вижу, на самом деле. Роуч, не нарушай маскировку. Ты все испортишь. Ну, простите, черт возьми. Я думал, то, что мы их тоже по стелсу убьем, а там, оказывается, еще были противники. Ну, я хотел еще убить вот этого солдата и собаку, а там перед ним еще, по ходу дела, были противники. Химический завод 12 километров. Стыковка 3,5 километра. Хорошо. Че ты рот-то приоткрыл? Обозлился, что ли, на меня? Ну не злись, чувак, не специально. Не хотел я такого. Вертушка. Соу, мы остались без разведки. У противника есть ЗРК. Так точно. Что такое ЗРК? Работаю над этим. Отбой. Противник, берегись! Со мной! Бежим, бежим, бежим! Ёлпал, как же нас так вычислили? Быстро. Хоть промахиваются, и то хорошо. Давай, бежим, бежим, бежим. Сбавь скорость. Их техника здесь не пройдет. Окей. Пропустите их. Похоже, они нас ищут. Ты там никого не видишь? За мной. Они не ушли далеко. Ищи их. Все, вроде скрылись, да? Прошли мимо них. Кладбище, что ли, какое-то, я вижу, надгробие. Патруль с собакой. Патруль, трое впереди. При
Прикончи их или обойди, выбирай сам. Неплохо. Да, только так и умею. Профессионально разбираться с работой. Еще одни, что ли? Большой патруль на 12. Возьми оружие из еще одна группа. Атакуем одновременно. Бери двоих справа. Собачка разбушевалась. Молодец. Так, что у нас тут? Еще калашики? С собакой. Атакуй или пройди мимо. Решай сам. Да опять что ли? Как так-то? Как нас заметить-то могли? Ты же сам сказал, надо их убить или пройти мимо. Роуч, не высовывайся. Если нас заметят, нам крышка. Я понимаю, ты сам сказал, либо обойти, либо убить их. Нас как-то со спины заметили. Ты корректная команда, ты давай. И ничего плохого не случится. Роуч, Соуп. Такие похожие кликухи-то у солдат. А скала подойдет. Роуч, бери управление предейтором. Предейтором, говоришь? Так. Ага, фигу. Фиг там был. В деревне стоит ЗРК, предейтор сбит. Соу, нужен еще один предейтор. Роуч, пошли. ЗРК, я так понимаю, что это зенитное орудие какое-то, что ли? Роуч, они знают, что мы здесь. Можешь выбрать другое оружие. АУК тут есть. И дробовик. Назад! Давай тогда возьмем тяжелую артиллерию. Ой! Ну, ребят, я-то откуда знал? Взял, убил одного нормально. Ребятки, простите. Фараон. Спасибо за зенитку. Джестер. Гоуст. Надо уходить, взрывы привлекут внимание. Хотя ук довольно точный, особенно с этим прицелом. Мне прям нравится эта пушка. Как снайперка, черт возьми, автоматическая. Ребят, я завершил, кстати говоря, за голосование. Выиграли игры Battlefield Bad Company 2 и Marco Echoes Getting Up. Так что в скором времени после прохождения Call of Duty Modern Warfare 2 я начну эти два прохождения. Ребята, оставайтесь на канале. Если хотите увидеть эти прохождения. Так, какой-то там говнюк решил меня стрелять. Я немножко не понял, только откуда пальба шла. С RPG выбежал, нифига. Предейтор, ну-ка, давай. Одним ударом больше пятерых. Отлично, отлично. Ага. Нам нужен еще один предейтор. Иду. Помню, в прошлый раз сколько хочешь можно было предейтеров вызывать. Сейчас один предейтор вызвал, и все, он закончился. Спокойно. Ракета
Ракета воздух-земля готова. Повторяю, ракета готова. Готов, да, Предатор? Подождите. Там один противник. А, около меня как раз. Соу, мы объединились с Коустом и остальными. Вас понял. Второй Предейтер скоро прибудет. Осторожнее, их у нас не так много. Как скажешь. Подлодка. Прямо под краном. Роуч, бери Предейтер и займись их обороной. Ищи проблесковые огни. Это мы. Ну я хоть вертушку уничтожу. Подожди, давай вызовем. Так, ну что, погнали за подлодочкой. Помню эту карту в мультиплеере, кстати, ребят. Довольно отчетливо. Так, что, перезаряжаемся? Сейчас, погоди, перезаряжусь и выпущу Предейтер. Группа цели уничтожена. Молодец. По пути пройдено. Давай, давай, бежим за подлодкой. Ребят, давайте быстрее продвигайтесь. Одним ударом больше пятерых. Отлично, отлично. Так много здесь. Нам еще Предейтер понадобится. Очевидно. У меня 800 патронов. Пулемет, нифига себе. Этого мне уж точно хватит. Огонь по своим? В смысле? Простите, ребят, не хотел. Хорошо, что хоть миссия не проваливается. Давай проходим. Ракета готова. Сейчас мы почти за подлодкой. Обеспечьте оборону. Слушайте, подождите, у меня другая цель. Отлично, я на борту. Прикрывайте еще борту. Все, 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 все. Минус 2 БТР. Или минус 2 грузовика, точнее. Давай, быстрее за подлодочкой, ну же. Техника на востоке, нужен беспилотник. Когда там Предейтер-то будет? Устроили диверсию, ребят. Да ёлпалы! Я своего попал случайно и убил. Да опять! Хватит! Я еще одного своего убил. Случайно.
Задание выполнено. Куда дальше, ребят? Под лодочку? Опять за Рамира сыграть будем. По нашим расчетам, цель ракеты — восточное побережье. Под угрозой Белый дом. Мы восстановим его. Это не в первый раз. Потери? От 30 до 50 тысяч. В зависимости от места взрыва. Плюс отказ всей техники. А ведь вы нас предупреждали, генерал Шепард. Не будем о прошлом. Мы не можем оставить такой удар без ответа. И мы знаем имя виновного. Нужно добраться до Макарова. Даю вам полный карт-бланш, генерал. Задействуйте любые ресурсы. Второе солнце, день пятый, 18:57, рядовой Джеймс Рамирес. Да, за Рамиреса. Играем. А мы же это проходили, в смысле? Мы же это уже проходили, ребят. Что за бред? Заново? Да, это было. Чё за бред? Держаться, капрал. Защищайте позицию. Да только что это было. Хватит. По два раза переигрывать. Астра-1, это МКС. Хьюстон просит картинку с твоей нашлемной камерой. Хьюстон, у нас проблемы. Они просят посмотреть на темную сторону Земли. Где-то 15 градусов к востоку от правой батареи. Астра-1, еще чуточку вправо, окей? Астра-1. Еще чуточку вправо, окей? Астра-1. Еще чуточку вправо, окей? Вот так. Астра-1, картинка пошла. Хьюстон, что у вас? Прием. Хьюстон, МКС. Все окей, картинка четкая. Астра-1, следи за объектом. Сейчас разберемся, что тут такое. Хьюстон, у нас на сегодня стартов не запланировано? Что там движется справа? Хьюстон, МКС, подождите. Похоже, у нас проблема. Хьюстон, это МКС. Что вы... Фига себе, там взрыв. Я прицел. Что за черт?
Бежим, бежим. Эйми, что ли, активировали какой-то? Потому что у меня прицел пропал. Эйми, да, Эйми. У нас прицел пропал. Триста патронов теперь. Что это было? Ждите здесь. Идешь наружу, ты спятил? Все кончилось. Идем. Нас ждет наша война. Почему у меня прицел тогда не появился? Что случилось? Коллиматорный. Так, тихо. Эй, что за черт? У меня прицел сдох. У меня тоже. Странно. Похоже, оптика накрылась. И связь тоже. Даже светофоры не горят. Ты только посмотри. Черт. Ладно. Теперь мы должны объединиться с остальными. Капрал Дан на позиции. Есть. Да, полная разруха. Звезда! Звезда, стой, стрелять буду! Эй, не стреляйте, я отзыв забыл! Я просто связной, не стреляйте! Правильный ответ, Техас, солдат. Что у тебя? Полковник маршал объявил сбор в точке Виски Хоутел. Вам надо идти на север. А ты куда собрался? Сообщите остальным, идите к Виски Хоутел. Ты все слышал, идем. Виски Хоутел, это еще что такое? Центр торговый, может, какой-нибудь? Их знает. Иди первым. Есть. Ну, здание, короче говоря, я так понимаю. Порядок. Прикрываю сзади. Понял. Убили чувачка. Где вы все, черт возьми? Главное, сначала тихо было. Хоп, убили нашего. Жалко, конечно. Но что уж делать. Так, нам какую-нибудь другую пушку взять. Все равно патроны одинаковые. Хотя, подожди. Патронов меньше стало. Когда я убрал вторую М4. Дело упало. Да мне даже не написали, что у вас мало хп и так далее. Где надпись? Нифига не видно, на самом деле. Кому здесь стрелять? Фиг разберешься. Когда грозовые какие-то... Когда гроза начинается, то можешь сразу увидеть кого-либо. А так, свет фиг увидишь.
Не вижу цели. Дамира, спереди фонарь противника. Да, точно, вижу его. Черт! Атаку тебя на дерево. Да, точно, вижу на цели. Этому бойцу нужен врач. Сразу третий ход на 12. Где они? Хоть какие-то фаеры тут расставлены. Можно немножко определиться по ним. Где что находится. Они мертвы, да? Чисто! Все чисто, идем. Сюда спускаться, что ли? Я пока без вас спускаться не буду. Белый дом на той стороне. Ведь нам надо именно туда. Фига, дождина. Мы прикроем. Он мертв. Тихо. Что там, отряд противника? Вижу трех противников. Занимай позицию, только тихо. Позицию занял. Стреляй. Вперед. А как насчет тех? Жалко, оружия с глушителем нету. Что с ними? Я прикрою. Иди. Чисто. Опять какие-то фонарики. Я уж не знаю, что хуже. Уворачиваться от падающих вертушек или мерзнуть тут на ветру. Да. Тихо. Я что-то заметил. Вон они. Это свои? Не знаю. Звезда. Прикрой меня. Звезда. Ну скажи, Техас, черт возьми. Скажи. Ага, фиг бы там был. Свои. Блин, довольно неудобно отстреливаться. Видение плохое. С этим всем ветром, дождем. На улице чисто. Выходим. И темноту, и черт возьми. Следи за движением. Вперед. Ну, ребят, давайте, продвигаемся. Мы на месте. Принято. Отставить разговоры. Рамирос, займись. Виски Хоутел. Ну да. Карты у нас нету, можно сказать. Гребаная Эмми. Resident of the United States. Президентский бункер под западным крылом. Тут просто для туристов. А тут, похоже, настоящий. Открывай. Да. Настоящий он или нет, но он разрушен. Надеюсь, все выбрались. Все, что ли? Ага. И чё, черный экран, ничего не происходит, странно. Так, ну да, Виски Хоутел. Ребят, в следующий раз. Всем спасибо за просмотр и всем пока.